Всем привет! Сегодня сходил на почту и забрал эту кучу посылок. И перед распаковкой хотел бы дать вам небольшой совет, как лучше покупать в магазине GearBest. Я по своей неопытности заказал разные единицы товара одной посылкой. Это, конечно, удобно, на почту нужно меньше ходить, но это не лучший способ заказывать. Коробки разные. В итоге кое-что помялось, пакет вот даже лопнул немного. Лучше заказывать все отдельно, по цене разницы не будет. Сегодня ко мне пришла такая небольшая игрушечка. Стоит доллар с копейками. Ссылка будет на него в описании. Голова у него крутится. Сам он выполнен из какой-то мягкой резины. Так, давайте подсоединим липучки. Как-то так. Раз, липучка. Два липучка. И попробуем, как он будет держаться. Хоп. Держится. Довольно крепко. Покупкой я доволен. Всем счастливо и удачных покупок.